Вы ведаете, что такое роды Радзивиллов, Острожских? Мало хто ведае, што маці Владзіміра Краткевіча родам з Мсціслава, таму класік беларускай літаратуры быў добра знаёмы з кожным куточкам малой радзімы і аб гэтым пісаў у сваіх творах. У гонар 90-летняга юбілея са дня нараджэння пісьменніка ў абласным цэнтры правялі конкурс, прысвечаны творчасці Владзіміра Краткевіча. Совсем по-другому дети 21 века прочли тот же «Черный замок» Ольшанский, ту же «Дикую охоту короля Стаха». Совсем иначе. Не так, как мы читали это в свое время в школе. И это было интересно наблюдать за их вот этим творческим полетом, за тем, как они все это преподносят сейчас с позиции уже современности. Журы конкурса приняло больше за 130 работ. Долучились не только жыхары Могилевской области, але и іншыя регионы. Лепших выбирали у 5 номинациях, у тым ліку и у выяўленчым мастацтве. Я, как человек творчий, когда читаю его творы, то я, перш за все, назираю, який он чудовный мастак, як он отчуває природу, як он любуется той усей прыгажостью, історичной, минувщиной, сучасностью, и як може это видать на таким вот ліричним оповіді. Мастацкий конкурс проходил дистанционно. Удельники снимали на видео свои выступления и досылали журы. Але это не помешало молоди познакомиться с чудовыми творами Краткевича и закахаться у родную мову. Я играл чорта, мог пошкодничать. То, что, я думаю, все дети любят. То, что я еще мог показать, то, что чорт – это не ты герой, который всех пужает, а ты герой, который может помогать, детей колыхать. Когда нам сказали, что есть такая возможность удельничать в таком конкурсе, мы всей группой сказали, что мы в справе. В процессе работы родилась такая идея нашего оргкомитета, и это были пожелания конкурсантов, чтобы такие конкурсы у нас на Могилевщине продолжались. Поэтому мы решили сделать это именно проектом «На початку дорог». Проект «На початку дорог» объединяет аматоров литературы и мастацтва. Каждый год он будет просвечен знакомитым деячам культуры. И это позволит напомнить молоде про классику и книги.